дворе дома на улице Кирова кипит работа по озеленению. Сотрудники управляющей компании «Жилищник» с местными жителями высаживают кусты сирени. Елена Михайловна переехала в Химки 60 лет назад. Говорит, полвека назад деревья здесь высаживали своими руками. Сейчас двор требует обновления. То, что у нас сейчас обновляется наш двор, мы очень довольны, тем более, что сирень. Сирень – это вообще красота, это душа русской, русская душа. Поэтому вот эти цветы сирени, их запах – это радость жизни. Идея сделать свой двор более зеленым принадлежит жителям окрестных многоквартирных домов. С этой просьбой люди обратились к управляющей компании «Жилищник». Для жителей хочется сделать двор более зеленым, более насыщенным зелеными насаждениями. Мы совместно с ними провели такие работы. Всего во дворе появилось 20 кустов. В городском округе Химки сирень и другие растения высаживают регулярно и в больших количествах. Одно из крупнейших мероприятий по озеленению в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево» пройдет осенью. Андрей Липанов, Александр Сергеев, новости Химки ТВ.